В 2018 году на водоемах Чувашии погибли 32 человека, из них 5 – это дети. Если сравнивать с прошлыми годами, то цифра значительно ниже, что не может не радовать. В ГИМС МЧС Чувашии не исключают, что данные показатели, в том числе и итог их профилактической работы. Кстати, в этом году Государственной инспекции по маломерным судам исполняется 35 лет. 7-е по счету межрегиональное командное первенство по спасательному многоборью на открытой воде «Ильинская волна» решили посвятить этой дате. На острове Зеленый, что в районе населенного пункта Шишкар Маргаушского района, собрались команды школ Чувашии, Республики Мариэл, а также наша съемочная группа. За победу в первенстве боролись старшеклассники Ильинской школы Маргаушского района, их сверстники из Кузнецовской СОЖ Горномарийского района Республики Мариэл, Чебоксарская школа номер 50, Кадетского лицея города Новочебоксарска и Парецкого района. Учебные заведения выставили на турнир по одной дружине. В составе каждой 6 человек, 3 юноши и 3 девушки. Для кого-то это первые соревнования, а кто-то уже водружал над головой переходящий кубок. Результаты были у нас. Школа поменьше была, мы всегда там в призовых были, и первые занимали, и вторые были. А что нам труднее было? Мне лично труднее было за них болеть. Трудно, чтобы они выигрывали. А детям можно спросить, чтобы им труднее было. Почему именно тебя выбрали капитаном? Может быть, из-за того, что я ездил по разным соревнованиям, и учитель побольше видел мои навыки и сделал меня капитаном. Куда ты ездил? Расскажи. Мы ездили на Зорницу, показали неплохие результаты. Учитель был рад, видимо. Не только я, и дирекция тоже. Мы в районе там, они, эта команда, командир заняли 3-е место общекомандно среди 20 школ в Зорнице. Он тоже, вот доверие к нему от этого возникает. То, что он молодец, может, поэтому... Первым делом ребята показали свои навыки и умение использования спасательного устройства под названием «Линь» или «Конец Александрова». Это тонкий корабельный трос, широкой петлей, снабженный двумя поплавками. Спасатель забрасывает его утопающему. Тот берет за петлю руками или надевает ее себе под мышки, после чего спасатель подтягивает его к судну. Здесь важны точность и сила броска. Как, впрочем, и во втором испытании, где спасать условно утопающего пришлось с помощью круга. Он и тяжелее, и массивнее, поэтому судьи решили сделать небольшую поблажку юному участницам. Наша задача спасти человека с этого пирса. Как мы будем спасать, да, ведь? В принципе, нам чем быстрее, тем лучше. То есть разрешается толкать лодку своим. Если кто-то вас, например, захочет учиться и в воду зайти, это не будет ошибкой. Например, да? Толкнуть, помогать. Но все должно быть четко. Поехали, объехали, сюда также носом зашли, вышли. Пока те люди садятся, вы снимаете жилеты. Они сели, жилеты передали, вы в лодке их должны полностью вот так застегнуть, только потом тронуться. В то время, пока спасательная операция проходила с берега, на помощь поспешили и с воды, на лодках. Эстафету важно было пройти не только аккуратно и правильно, но и по возможности быстро, ведь в реальных условиях время для спасателей имеет критически важное значение. Поддерживали команды не только группа болельщиков, добавляли скорости педагоги и тренеры. Елена Кузьмина, классный руководитель 7-го В-класса школы номер 50, уже во второй раз привозит своих учеников. Ребята со второго класса в полном составе ходят в кружок спасателей. Навыки отрабатывают на набережной Волги. Было очень сложно, когда мы плыли на лодке, потому что лодка очень легкая, весла они деревянные, плохо гребсти. Еще было сложно девочкам, наверное, думаю, круг кинуть. Но мы справились, правда? Мы справились. Да. Практические задания сменились теоретическими. Над одним вопросом думали всей командой. Еще над одним только капитаны. Им ли не знать, сколько рек впадает в Волгу? Если точно, то 256. Наиболее крупные – Кама, Сура, Ветлуга. Сплав теории и практики – самый надежный способ обеспечить безопасность на воде. Наш инспекторский состав Государственной инспекции по маломерным судам вместе с членами регионального отделения ВАСВОД проводит большую профилактическую работу, предупреждение несчастных случаев на водных объектах. Из года в год, как бы мы не общались, не беседовали с детьми, не проводили занятия в школах, в детских садах, мы уже начинаем с детьми разговаривать про то, как себя вести около водоема, на воде, про безопасность на водных объектах. К сожалению, у нас из года в год гибель детей на водных объектах не проходит, имеет место быть. Да. Отдельно хотелось бы, конечно, обратиться к взрослым, что при нахождении на водоеме, при купании, при отдыхе рядом с водоемом, за детьми нужен глаз да глаз, потому что
что основная причина гибели детей на воде – это что дети у нас без присмотра взрослых развлекаются, отдыхают, играют на воде. В итоге переходящий кубок в этом году забрали новочебоксарские кадеты. Второе место заняли учащиеся Ильинской СОЖ. И третьими стали юные спасатели столичной школы номер 50. Анжелика Иванова, Соня Родионова, Республика.